написать еще одну картину для детского тура. Узнаете художника, да? Давайте посмотрим картину. Его общим планом. Картина такая узкая, вытянутая, очень небольшая. Теперь приблизимся, посмотрим более подробно. Это свод какой-то церковь. И тут надо его осмотреть. Тут маленькие весы. Вот человек, который, видно, умирает. Ангел его за спиной, которого охраняет от всяких соблазнов. Посмотрите, тут он предлагает деньги. Вот и душу пытается купить. А вот и смерть. Вот она. Двери уже выглядывает. Она уже пришла. У нее в руке не посох, а стрела. Эта стрела, она, наверное, пронзит его. Ноги, кстати, не кости, хотя и тонкие. Тут же всякие, я понимаю, стяжательства, всякие грехи изображены человеческие, но не все. Такие гадкие крысы, вообще непонятные животные, придавленные. Почему-то протягивающие какое-то письмо, судя по сургучной печати. Тоже странное, он там с крылышками спокойненько взирает. Смотрящая одежда, рыцарские доспехи брошены уже в одни предводящиеся. Смотрите, это ключник. У него ключ довольно хитрой формы. Видно, хранитель этого сундука. Человек явно испуган и смотрит на смерть. В сторону смерти. Ангел же почему-то больше озабочен вот этим маленьким дьяволенком сверху, который подлазит. Вот такая картина для детского тура. Вот рядом тоже интересная картина. Тоже другой художник. Питер Брюгель, де Эльдер. 1950 год. Картина более такая, более побольше, с большим количеством красок. Но тоже с претензией, надо сказать, тоже интересная тут. Если присмотреться, детали весьма странные. Ну вот, например, голова с ногами, да? Люди в пещере. Не люди. Страшные какие-то карлики в деревьях. Посмотрите. У него ножик на каком-то ведерке, непонятно. Тоже что-то висит странно. В небесах идет битва. Идет битва на странных тоже животных. На каких-то ладьях. Тут вообще знает что. Тоже битва какая-то идет. В деревьях висят странные сосуды. Тут виден город вдали. Что это? Какие-то лодки, абордаж. А это кто? Ну кто это? Фантазия человеческая, смотрите, есть нож, тоже какой-то меч, какие-то люди берут на абордаж. Тут странного вида арка. Тут еще люди, крадущиеся где-то, какой-то горный. Это массив, замок на скале. Смотрите, какая фигура огромная. И они берут стулы. Вот еще фигура. Вот еще люди, которые штурмуют этот замок. В общем, да, много всего навороченного, интересного, разглядывать довольно долго. Вот общая вид картины.
Ну вот, пока все. Всем пока.